Привет, друзья! Рад видеть вас в очередном своем новом видео. На этот раз хочу поговорить про эффект кошки, про кошачий эффект. Что общего между кошками и деньгами? Ты узнаешь через несколько секунд. Итак, эффект кошки. Что это значит? Я думаю, владельцы кошек сейчас меня сразу поймут. Для тех, кто не имеет кошек, постараюсь объяснить и разжевать, чтобы было понятно. Смотрите, если кто-нибудь из вас хоть раз в жизни пытался поймать кошку, то это зачастую вряд ли получается. Как бы ты ни пытался поймать кошку, кошка всегда будет от тебя убегать, всегда найдет лазейку, как от тебя можно будет смыться. И если у тебя есть то, что нужно кошке, то есть какая-нибудь няшка-вкусняшка, которую кошка любит кушать, да, то стоит тебе только показать эту няшку, показать эту вкусняшку для кошки, да, и она сама придет к тебе. Она сама придет к тебе, начнет ластиться, попрошайничать, и ты в итоге дашь ей эту вкусняшку. То есть смысл, логика в чем? Не надо бегать за кошкой, чтобы ее поймать. Дай ей то, что она хочет получить, и она сама придет к тебе. То же самое абсолютно происходит и с деньгами. Вот если будешь бегать за этими деньгами, как за кошкой, если ты будешь пытаться их поймать, там заработать, может быть, у тебя будут получаться какие-то маленькие там заработки, там 50 евро, да, там 50 евро, но, во-первых, эти заработки все будут для тебя очень сложными, потому что ты будешь тратить очень много времени и усилий, чтобы заработать эти копейки, а во-вторых, ты будешь постоянно зарабатывать эти деньги активными способами, то есть ты будешь, скорее всего, что-то делать физически, там, напрягаться как-то, работать, искать какие-то способы подработки и так далее и тому подобное. Я не говорю, что это плохо, это хорошо, желание подзаработать. Это очень классно, супер, я приветствую таких людей. Но намного было бы эффективнее и умнее сделать наоборот, как с кошками. Дать людям то, что они хотят получить. И они сами к тебе придут и дадут тебе свои деньги. Не надо бегать за деньгами. Деньги – это способ обмена между людьми, способ обмена ценностями. Ты даешь человеку ценность, ты помогаешь человеку, к примеру, решить какую-то его проблему, потому что зачастую, что значит купля-продажа? Почему люди покупают продукты? Им не нужен продукт, дрель человеку не нужна. Человеку нужна дырка там в доме повесить, картину, например, сделать, дырку эту, да? Поэтому ему нужна дрель. То есть, если хороший продавец, например, в магазине работает, то если ты придешь за дрелью, да, то тебя спросят, с какой целью тебе нужна дрель, да? Для чего? Ты говоришь, вот нужно повесить картину. Отлично. То есть тебе не продают дрель, тебе продают решение твоей проблемы. Тебе дырку надо в стене сделать. То же самое и в жизни вообще, в принципе, да, мы всегда что-то продаем, мы всегда что-то покупаем. Мы продаем наши идеи, мы продаем наше мировоззрение, да, мы убеждаем людей в чем-то. Это все купля-продажа. Так вот, деньги – это способ обмена ценностями. Когда ты помогаешь человеку в чем-либо, помогаешь сделать жизнь его лучше, помогаешь решить ему какую-то проблему, помогаешь в чем-либо, даешь ему какую-то ценность, взамен он тебе за это дает деньги. Деньги – это способ обмена. Так вот, одна простая мысль, которую хочу донести в этом видео. Не нужно бегать за деньгами, как за кошками. Дайте людям то, что они хотят уже получить. Дайте им решение их проблем. Помогите людям сделать их жизнь лучше. И деньги, и люди придут к вам сами. На этом все. Спасибо за внимание. Надеюсь, это видео было интересно и полезно. И, как обычно, если да, ставьте лайк, делитесь этим видео со своими друзьями. Подписывайтесь обязательно на мой YouTube-канал, чтобы и дальше получать полезные и интересные видео и не пропустить следующее видео. С вами был Илья Пономаренко. Увидимся с вами в следующем видео. Пока! Если тебе понравилось это видео и оно было для тебя полезным, тогда не поленись, пожалуйста, и поставь ему лайк.
поделись этим видео со своими друзьями и подпишись на мой канал. Не забудь нажать при этом колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные и полезные для тебя видео. Все ссылки, а также дополнительную информацию к этому видео ты найдешь прямо в описании под этим видео. Так что, если тебе тема интересна, то просто загляни в описание под этим видео, и там ты найдешь дополнительную полезную для тебя информацию. Кстати, а хочешь, я тебе помогу создать твой пассивный доход в Германии через интернет? Или научу тебя лично зарабатывать деньги в Германии через интернет? Просто посмотри, что говорят другие люди, которые уже прошли через мою бесплатную стратегическую консультацию или прочли мою книгу «5 шагов к созданию пассивного дохода в Германии с нуля». Почему бы и нет, подумал я. Я очень рада, что существуют такие авторы, как Илья Пономаренко, который мотивирует людей. Просто потрясающе. Илья не просто рассказывает про то, что вы можете сделать, а вот как мне очень нравится, он приводит прям пошагово, прям по пунктам. Как вы можете очень простыми способами заработать пассивно. Вкладывает в голову правильные мысли насчет дохода, насчет того, что действительно нужно шевелиться. И как это сделать так, что один раз напряжешься, постараешься, создашь свою систему, а потом ты просто с нее получаешь денежку. Оттуда 5 евро, оттуда 60, оттуда 100. А в итоге сумма получается с 3 нулями. Я написала ему еще и лично, и он в своей консультации очень подробно мне рассказал, даже про какие-то финансовые аспекты, сколько это будет стоить, рассказал какую-то дополнительную информацию. И именно, знаете, не то, что общее, да, а то, что вот у меня был вопрос, а вот этот момент нужно сделать так или так? Он говорит, лучше вот так, потому-то. Ведь сегодня так просто, каждый из вас может сделать бизнес. Вы делаете это один раз, и потом вам идет пассивный заработок на ваш счет в банке. И это просто супер. Мой мозг закипел. Не тратишь так много времени. Один раз создал, и затем, так сказать, пожираешь плоды. Другие специалисты в этом плане с вас попросят в десятки раз больше. Огромное спасибо Илье за его чуткость, понимание. Огромное спасибо за эту коуч-сессию. Я хочу сказать, что это была одна из лучших коуч-сессий, которые я проходила. Что бы я хотела, наверное, резюмировать. Если у вас есть какие-то идеи, но вы не знаете, как их реализовать, именно теряясь в большом потоке информации и не понимая конкретики собственных действий, чтобы прийти от вашего желания до конечного пункта, почитайте, пообщайтесь с Ильей, реально поможет. Очень советую. То, что ты для меня сделал, огромная благодарность. Еще раз. Удачи тебе и спасибо. Спасибо, Илья. Спасибо. Рекомендую вам Илью, чтобы вы достигли своих результатов и были эффективными. Ну что, хочешь сам попробовать? Если да, тогда под этим видео ты найдешь ссылочку, перейдя по которой ты можешь получить всю дальнейшую информацию о том, как я лично могу тебе помочь создать твой пассивный доход в Германии через интернет или научить тебя зарабатывать деньги в Германии через интернет. Спасибо за твое внимание, с тобой был Илья Пономаренко, мой сайт ilyapanomarenko.com. Я желаю тебе классного, суперского, прибыльного и солнечного дня. Увидимся с тобой в следующем видео. Пока!